Для многих работников ЛВРЗ стало неожиданностью, когда, прибыв на смену, они не смогли припарковать свои автомобили. Стоянка завода завалена землей, стоят катки, а самосвал отгружает грунт. Дело в том, что руководство завода приняло решение увеличить парковку. В мае в месяце мы провели встречу с мэром города. Во время встречи было достигнуто соглашение, что город нам сделает доотвод земли, потому что здесь большая часть земли это принадлежит заводу ЛВРЗ, а процентов 20 это территория города. Поэтому мы подписали соглашение, оформили земельный участок. Парковка будет бесплатная, здесь будут все коммуникации, освещение, ливневая канализация. И ориентировочно мы рассчитываем ее увеличить в два раза, то есть будет порядка 120 автомобилей. Раньше стоянка вмещала около 60-70 автомобилей. После дождей скапливалась вода, отсутствовало видеонаблюдение. Однако новая парковка будет гораздо удобнее и безопаснее. Будет заасфальтирована полностью. То есть вот эти слив дождевых вод будет организован. Так как у нас по соседству еще находится гаражный кооператив, то есть были тоже проблематики с дождевыми водами, оттуда будет, мы убирать будем на свои канализационные стоки. Будет дополнительное освещение, установлено еще видеонаблюдение. Кроме того, на парковке появится навигация, а места будут размечены. Переезд через трамвайные пути заасфальтируют. Платить за стоянку заводчанам не придется. Успеть обещают к 90-летию ЛВРЗ, который намечен на начало августа. Баир Цыдыпов, Евгений Павлов. Новости дня.